Давайте дым сюда поставим. Вот я покрасил тут, да? Теперь дым давайте поставим. Где-то он у меня был. Append. Файла. Вот он. Объекты. Ой-ой-ой. Значит, сначала надо их как бы объединить, я думаю. Так, этот я сейчас сохраню. Объект, да? Теперь открою дым. Вот тут я шариков его надел. Но их слишком много, этих шариков. Во-первых, не нужна камера, не нужен лифт. А вот эти все шарики мы с вами объединим в один. Теперь объект join. Все. Таким образом сохраним. Сейф. Теперь откроем снова нашу пожарную и сюда введем append. Вот этот смог объект. Вот теперь здесь всего один объект, то, что нам нужно. Вот он, этот дым. Так, и мы его сейчас начнем уменьшать. И подведем его вот сюда. Ну что ж, похоже. Как лучше сделать, сюда вывернуть или вот сюда ставить? Сейчас посмотрим. G. Давайте мы его подвинем. Так. Вот оттуда он вырывается прямо из этого. Еще раз теперь. Вроде так похоже. Сейчас зависит от какую сторону ветер. Хорошо. Ну и нам нужно еще Wi-Fi этот сделать, да? Даже я не знаю, куда я запихал дым этот. Куда? Сейчас проверим. Туда, куда нужно было. Так, Wi-Fi. Сейчас. Я думал его сделать так. Взять. Сейчас я буду. Взять, допустим, церковь. Так. Потом его объект мод и сказать F заполнить, и теперь вот Ctrl, нет, вернее, и вот так сделать, потом еще раз, еще раз. Ну, не так, мне кажется, по-другому надо делать. Так, по-другому. Я думаю, что надо делать так. И сначала отвести вот сюда, рассчитать, сколько у нас там чего будет. Так.
Теперь здесь. И... Не-не-не. Вот это. Ребро, ребро, ребята. Ребро. И... Ну что это такое? Так. Вот так. Сколько там на Wi-Fi эти полосочки-то? Сейчас я узнаю, сколько там полосочек, чтобы не облажаться-то. Секунду. Полоски тут три. Раз. Так, промежуток. Еще раз. Промежуток. Еще раз. Раз, два, три. И промежуток. Получается, промежутки мы сейчас удалим. Так вот. Сюда. А тут тоже сейчас удалим. Посмотрим сверху. Нет, это 7. Это удалим, допускаю, весь удаляется. Фейс, опля, там лишний фейс удалился. Так, Б. Фейс удаляем. Здесь тоже фейс удаляем. Ну и здесь там кружочек. Так. Вот это как-то неправильно сделал, мне кажется. Не важно. Так, то, что здесь тоже ставим кружочек. Терпим, уменьшаем ее. Так вот. Под, закрываем ее F. Подгоняем сюда. И таким образом вот имеем такой значок. Так. Далее. Сейчас я посмотрю, там что-то у меня немножко не так. Двигаю. Так и уменьшаю. Так. Теперь этот. Двигаем. Так, эти два. Сюда. Эти два. Сюда. Все. Теперь берем. Выделяем все.
Можем кружок еще поменьше сделать. Теперь все выделяем. Б. И говорим Е. Чудненько. Еще маленько. Готовый файчик. Так, мы его сейчас объект. Поднимаем наверх, ниже. Включаем все остальное. Так, надо его развернуть, мне кажется, даже так. РПЗ вот так на 90. Так-то. Так, теперь R по X на 90 подняли. А наоборот, минус 90. Так, еще раз R, X, минус 90. R, X. 90. Ты что? Тем лучше сейчас поверну. Здесь поправлю, 90 сделал так. Ну, теперь отправляем его на место. И он должен быть, это он должен быть здесь, да? И вот сюда ставим. И опускаем вниз. Уменьшаем. И опускаем вниз. Правильно? Почти что правильно. Так, видно, что он звонит. Сделаем его голубой, допустим, да? Давайте. Небесный такой. Может быть, посветлее. И теперь Shift D по Y поведем. Так, RZ 90. Отлично. И ставим на место, где он должен быть. Так будет указатель правильный. Не будет по иксу. Все,
отсюда звоним, здесь дым идет уже, да. Отсюда звоним, сюда приезжает другая пожарная машина уже с поднятым краном. Может быть, и не приезжает, может быть, так и оставить. Лишнее не делать, не перегружать картинку. Все, теперь точно все. Осталось поставить сюда какую-нибудь карту, нарисовать. Вот и Wi-Fi были всякие, оттуда я брал. Так, теперь смотрим, что у нас там. 15 минут, хорошо.